Успех, как и неудача, это не объемы денег, втекающих в вашу жизнь. Успех и неудача не зависят от признания, которое вы найдете в этом мире. Вы добились успеха в жизни, если научились проходить с радостью сквозь ад. Жара — это не ад. Нет. Я знаю, что существуют определенные признаки глобального потепления, но оно не делает жару адской пока что. Вообще это неплохо. Это очень хорошо. Я уверен, вы можете обходиться меньшим количеством еды, меньшими домами, меньшими машинами. Прогулки — это полезно, вы знали? Вы знали, что прогулки очень полезны для здоровья? Одному человеку из Коимбатора недавно исполнилось 100 лет. Я не видел его. Я читал о нем в газете месяц назад. Он отметил свой 100-й день рождения, и у него спросили, в чем секрет его здоровья и благополучия, ведь он до сих пор полон сил и энергии. Он сказал, «Я король прогулок». Понимаете? Мастер передвижения пешком. Потому что я гуляю каждый день. Мне 100, я все еще хожу. Можно сказать, что отсутствие успеха может быть очень полезным для благополучия. Не будьте против своего благополучия. Так что Сатумаву Ганджи и ходьба — верный рецепт отличного здоровья. Так что нет такой вещи, как неудачи. Неудача — это идея. Потому что успех — это такая же глупая идея. Это все ваши идеи о том, что такое успех и что такое неудача. Вместо того, чтобы пытаться изменить мир, измените свою идею. Разве это не проще? Если вы просто измените свое представление об успехе и неудаче, то все станет отлично. Если бы вы были нищим на улице, если бы вы сегодня смогли пойти в ресторан, вдоволь наесться на круглую сумму, это будет успех, пик вашего успеха. Так ведь? Вы бы просто попались в ловушку социальных представлений. И это даже не ваша идея, поэтому я рассказываю вам об этом. У вас есть чья-то идея о том, что такое успех, не так ли? Не становитесь рабом чьих-то идей. Хотя бы придумайте свою. У вас нет своей идеи? Не обманывайте себя. Каждая идея, каждая мысль, каждая эмоция, каждый смысл, который у вас есть, управляет вами изнутри. Они управляют вами. Ваша религия, ваше общество, ваша культура научила вас думать, что это все, что есть. Итак, первый и самый важный успех — это не быть рабом чьих-то идей. Это успех. Какая бы ни была ситуация в жизни, вы живы, значит, вы успешны, не так ли? Нет? Позвольте мне убедиться, успешны ли вы. Это успех. Вы живы? Вы не понимаете значения жизни. Вас заставляет рыдать падение рынка. Но вы не понимаете ценность жизни. Из-за того, что проклятые графики скачут вверх и вниз, вы хотите умереть? Нет, но я потерял так много денег. Нет такой вещи. Это все социальные идеи. Это не экзистенциальные вещи.
Мы создали общество для своего благополучия, а не чтобы жертвовать ему свои жизни. Да? Вы создали свою семью, все эти социальные структуры и все эти глупости для своего благополучия, но никак не наоборот, не так ли? Но сейчас каждая проклятая мелочь забирает у вас вашу жизнь. Не делайте все эти вещи. Вещи, которые вы создаете, стали ценнее, чем жизнь. Вот причина ваших страданий.